рекламных интеграций что-то нет в последнее время. Эдик, живот тяни. Мы им такую рекламу можем сделать. Ёшкин. Вентиляция, кондиционер, продукт яичек. Ноу-хау. Придурки. Ну зачем в грязь? Лёха, что надо говорить? Надо что говорить? Как обычно, всем привет. Там вы на канале, там Вася Пельмень, там ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчик. Еще сказать, что Ваня хуёт, потому что он сказал, что он очистил, но он нихера не очистил. Всем здрасте. Короче, он уже это типа поехал пахать, все нормально. Сейчас надо эти поменять штуки как-нибудь. Ну, короче, там эти все. Если что-то, я все равно думаю, что какие-то может быть что-то. Якобы лемеха тут плохо, типа. Блатной там поисковый 8, у кого. Во, сейчас вот эти штуки поменяем по бырам. И все. Пришли в негодность. Ладно, почему мы работать по бырам? Чтобы все заебись открутилось, надо все в БДшку залить. А ты же не там чистишь, Лех. А зачем ты тут? А, ну, из-под низу. Ну, ребята, поросята держат. Облился арбузом, а я не держу. Сейчас дам арбузных кожурок. Свиньи, здорово! Я вам подгон басявы принес. Пока ваши не видят, держите. Нападайте. Рыжая срезала, чтобы, говорит, поросятам еще вкусняшка стала. Давай. Ну, начинайте. Ну. Ну, что, как? Нормально? Вкусненько, да? Арбуз. Обалденно, это просто. Ну, давайте, ребятки. Я выкрутил это. Я еще выкрутил этот клапан. Это Эдди хвалится, как он рулевое сделал на Т-150. Да ебал ты, хороший не мачо. Да? Да. А почему? Ты ж Эдди Гуччи. Хуючий, на. Все. Это что, походит? Это походит? Вот он все. Ну ее, все, валим домой. Эдди, когда у тебя дойка начинается? Всем. Надо рыжую вести, чтобы на корову доил. Ну, чтобы какая-то польза от нее была. Сегодня мы играем в большой конструктор. Как мы в предыдущем ролике писали, это не Кировец. Это типа не Кировец, не К-700, а К-701. Вообще это УДМ. Универсальная дорожная машина. У нас, короче, коробка. Снимаем, уже кабину сняли. Раскрутили. Сейчас надо коробку там смыть. С ней все гадости. Да, откручивать и все, и вести в ремонт. Маленечко покажу момент. Так что давайте подписывайтесь. Совсем ни о чем. Осталось там где-то 14 тысяч. До 100 тысяч. Придурки. Ноу-хау. Юшкин плюс. Просто держится на проволочке. Всю жизнь так ездили. Всю жизнь так ездили, да? Ну, это с завода так было. Не снималась кабина. С завода. Ля, какой красивый стал, да? Желтенький. А что ты сегодня сморозил? Какую хуйню, говорит, что вам кардан задний мешал кабину снимать? Ну, откручивать его. Вы говорите, типа, надо снять кабину, потом кардан не откручивать от коробки. Я вот это вам говорил, как они вам мешают, нахуй. Кабина не мешает. Так они не, кабина не мешала им. Верхний кардан. Это запчастюльки. Да я не знаю, что-то упало. Пошли. Еще что-то падает. Ну, это по классике. Канистру приготовь. Я на ней сижу. Я просто похлопаю. Ты лучше бы ее раздул бы, чтобы она больше была. Жопа то не выходит. Сантиметра два. Тебя выше поднять?
Во, сейчас, давай. Держит. Вот он, глянь, держит. Но. Что там крупно-то она? Сверху пошла. Загнулась, что ли? А? Да. А что они не выходят? Рычаги хуй сняли. Разворачивайте рычагами сюда. В общем, пока коробка в ремонте, решили снять головки. Мы сначала корректора глянем. Может, снимем корректора, чтобы увидеть, какую надо точно снять головку. Может, этот способ не поможет. И такие вот дела. Пока коробочка в ремонте, там что-то где-то стучит, брякает. Еще это. Жидкий ключ инопланетяне похитили. Приходится средством для комаров пользоваться. Так что, ребята, пишите в комментариях, кто шикал средство от комаров на гайке. Очень хорошо помогает. Все говорят, почему у нас это колесо протектором. Так, даже все специально. Чтобы когда забуксовал, чтобы назад лучше ехало. А это вперед, когда буксует, лучше буксует. Вот и все. Вот и все. Да, нет, это ж мы по комбайновской системе сделали. По комбайновской? Да. А, да, на комбайне, да, сзади, наоборот, стоят. Но мы только одно колесо сейчас попробовали. Сзади второе не стали пока пробовать. А может, и правда поверит? Подставили коробку, на меня. Надо менять, да? Ай, рвет, да, коробку? Коробку разорвало, привод на коробке на заднем мост разорвало. А знаешь, в чем виновата вся эта хуйня? Из аккумуляторов? Я вчера аккумуляторщика видел, и он говорит, что как? Говорю, да как хуйня, говорю, аккумулятор зарядил, аж на ваш коробке пизда пришла, говорю. Как крутанули, говорю, и все, и на. И пиздец. Че как? Не предъявляем, значит, все нормально. А че Леха такой грустный? Ты че такой грустный? Кран открыть может, Лех? Да, не дают крутить. Эдик, открой кран. Это прохладки новые надо. Ой. Жидкость от комаров, она вообще творит чудеса. Они от шубы становятся. Она ржавчину вообще не любит. Ржавчина — это же такие же вредители, как комары. Это средство борьбы с ними. Все. Рекламу никто не предлагает. Рекламных интеграций что-то нет в последнее время. Да. Мы им такую рекламу можем сделать. Ёшкин. Можем Кирвиз взять за рекламу, да, Ванька? Кирвиз бы предложили на рекламу. Мы бы его эксплуатировали по полным, потом сказали, что за техника. Чё, Эдуард, сработала схема, да? Да. А где сырой? Вот. Видать, да, что сыренький, да? Конечно. Типа лил по уровню масла? Ты хочешь сказать, короче, еще нам надо 40 литров масла, да? В смысле? Ну, поменять масло. Однозначно. А это куда? Гидравлику. Гидравлик. А это в коробку после ремонта. Новенькую, весь пойдет. Эдик, живот тяни. Ебать ты рахит. Алан. Что-то этот Кирвиз в том году делали, нынче делаем. Что за хуйня? В чем причина? Выкинуть его нахуй, этот Кирвиз. Нету трактора, это не трактор. Резина, сука, на год, на два. Коробка на год, на два. Ну ладно, это 8 лет, это 12 лет коробка отходила. Ну, 12 хуйков она отходила. И все посчитать, 2 года отходила. Остальное стоял? Конечно. А, в нем же поршень горел. Ты еще себе, Леха, кабинет заимел? Офис, нахуй. У тебя здрявый офис. Вентиляция, кондиционер. Продув яичек. Кстати, он этот фанат Руслана Гительмана. У него такая же кепочка, как у Руси. Нормально. Все нормально? Но.
А может просто чуть-чуть отколоться? Я его знаю. Вскрытие покажут? У меня такое чувство, что мы вскроем и ничего не увидим. Ну, вот он единственный сырой. А может быть такое, что тут форсунка льет? А мы форсунки сделали. Ладно, хуй с ним. Форсунка льет, он же не будет так стрелять. Почему? У нас форсунка отказывала одна, нахуй. Я знаю, что такое там. Соляры в поддоне, а выхлопную нихуя не бумела, не стреляла. Леха, ваше мнение? Хуйня все это, да? Поджечь. Первая вот эта форсунка отказала нам. Не, давай колесо одно снимем, мы его смело можем за полтинник втюхать. За 60 купили вместе с диском. И эти можно продать. Ну да. Че? Да, вскрываем, там хуйня-то надо открутить. 10 гаек. Ладно, следующий момент будет уже, когда головка будет откручена. Все, погнали. Ну, сидит, моется. Водичка бежит, говорит. Там. Да, вот он, мышь. Дай коллектор снимать. Тут что-то... Придерживай. Вода мне мрыжая какая-то черная. Солярка хуёв. Да, они подбували тут у нас. Причина найдена. А, это... А, все, клапан поменять. Да, этот клапан надо бить. Так а что теперь? Это ж в ремонт навести. Ну. Правильно? Ну. Один клапан сделать, все. Ну. Прокладку тоже металлическую надо брать. Вася, слазь. Да куда? Мне надо слазить, чтобы я вот на чурочку. А что ты прыгнуть не можешь, с метра? Нихуя, с моими коленками ну, прыгать нельзя. Я обосрешься, ну. Ты что, с ума сошел? Ну, делать мне больше нихуя. Там опасно. Да возьми ты головку и иди, на 40 килограмм вешать, сука. Конь 150 килограмм, нахуй. И что я тебя, нахуй, возьму и пойду? Уходи, пальцы пихай туда и все. В рот 63 кило, блядь. Ну, 63 кило. Что там, штанги на месте? Да. Да. Ну, потом так же на месте. Нормально еще ходить будет. Назад и поставим. Ну зачем в грязь? Он сработал, да, теория мокрого. Теория мокрого. Теория сурового. Эдуарда сурового. Ремонтик, все. Эдуарда, дочка, вот в пятницу замуж будет, если заплачет, будет Эдуард Минительный. Минительный. Головку поставили. Запчасти на коробку еще идут. И придут ли они вообще? А Ваня так ничего не помыл. Ты в курсе, что Лешек забухал? Трубки не берет. Починили. Запуск питания, там все это Кировса будет в следующем ролике. Так что это там, поставьте лайки, подписывайтесь, колокольчики, чтобы не пропустить. Да, Ваня, правильно говорю? И всем пока.